песни, обряды, национальные игры, народные танцы. То, что забыто по крупицам, восстановлено алтайскими фольклорными коллективами. Сегодня на импровизированной сцене в Доме народов Алтайского края выступают различные ансамбли из Барнаула, Новоалтайска, Заринска. Участники в колоритных костюмах с исконно русским репертуаром. Мы собираем, например, песни, да, песни или танцы. Это все обрабатывается, изучается, это все учится и транслируется. И в идеале, если мы еще раз, вот там, где мы что-то записали, если мы туда опять приехали, показали, правильно ли что-то мы делаем, или какие-то там, возможно, еще там что-то вспомнили эти старожилы, и нам еще что-то дополнили. И таким вот образом мы занимаемся нашим делом по сохранению, изучению традиционной культуры. Рождественский театр «Вертеп» – сцена рождения Христа через жесты, стихи и песни. Увидеть это и другие представления пришли десятки человек. В гардеробе даже не хватило свободных мест. Атмосфера всегда праздничная, на подъеме, потому что праздники, потому что Христос родился, его прославляем сегодня. Очень многие люди просто совершенно не знают и не знакомы с тем, что настоящая исконная традиция, русская, по крайней мере, потому что она была несколько стерта. Истинное народное творчество, которое веками формировалось, вот именно на таких мероприятиях и можно увидеть, посмотреть, и впечатления будут точно совершенно другие, нежели от того, что обыватель привык под народной культурой понимать. Среди участников много детей. Они наравне со взрослыми делятся народным творчеством со всеми желающими. А вообще организаторы святочных вечерок говорят, что в последние годы интерес к национальной культуре растет. И святочные вечерки тому наглядный пример. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.